Глава 12. Все будет так, как в разуме свершилось. Учимся творчески использовать наши внутренние ресурсы. Немногие видят настоящую силу разума, но разум могуществен и никогда не теряет своей творческой силы. Трудно поверить, что объединенная мысль и вера дают такой источник силы, который в буквальном смысле может перевернуть горы. Курс чудес. Чтобы изменить свою реальность, просто перестаньте думать о ней по-прежнему. Волш. А когда я говорю о том, что если есть сильное желание иметь что-либо или изменить ту ситуацию, в которой вы оказались, есть способ сделать это. Настроить и запрограммировать свое сознание на получение того, что вы хотите иметь. То ловлю заинтересованные и удивленные взгляды. «А как это сделать?» – спрашивают меня. Очень просто. Надо представить, что вы уже обладаете желаемым. Представить, что то, о чем вы мечтаете, уже ваше. Вы уже сдали экзамен на отлично, выиграли соревнования, автомобиль или желаемый дом уже ваш. Вы уже уверенный, сильный и могущественный. Наше воображение является огромной силой, если уметь и знать, как им правильно пользоваться. Поэтому, если научиться творчески использовать его силу, правильно применять визуализацию своей жизни, то возможно изменить очень многое.